was on the bench. First I was renting, now I'm collecting rent. First it with the Beamer, now I want the Benz. Spending all the back like here I go again. Всем привет! Сегодня у нас кресло за $8, то есть 500 российских рублей. И сегодня мы попробуем на нем заработать. А как? В этом ролике. Погнали! Я думаю, вот это вот, оно, это вроде массив, если я ошибаюсь, похоже на массив. Да, это массив. Ну, значит, вот это и вот это вот заберем тогда. Отдохнем вторую жизнь. Вот бы найти какой-нибудь сюрпризик бы здесь. Да тут все не в таком плохом виде. Все делаем с максимальной аккуратностью для того, чтобы можно было потом все аккуратненько собрать. Кресло 3. Кто-то здесь... О! Тут даже послание какое-то. Какая-то роспись, кто его делал лет 70 назад. Зато живности очень много. И, по-моему, даже яйца тараканов тут есть. Сань, тебе не нужны яйца тараканов? Чуть-чуть деревяшечка подрассохлась, но в целом не гнилое. Кресло номер 3. Живность, плесень, опять живность. Переходим к следующему этапу. Слушай, здесь очень много тараканьих яиц. Ну, они, правда, уже сухие, старенькие. Вопрос, в каком году тараканы их отложили? All I ever wanted was some millions. All I ever wanted was some children. Then I got four of them kids and now we chillin'. Nothing's real. Pain inside, don't wanna feel it. So I pour up inside my cup and I just sip till I can't feel it. I know it won't solve my problem, but I know it makes a difference. One more sip and I'ma feel it. Lately I've been going through some hard stuff. Getting knocked down, getting right back up. Only mistake I made was thinking you would have my back. But it's one way track. That's right, now I've had enough. Your bad behavior isn't what I'm worth. No, that's right, now I've had enough. You don't see it, but I see. Ткань букле
100 тысяч циклов, 50 акрил, 50 пес. Шинель букле. Совсем недавно на нашем канале мы показывали, как же можно заработать денег на сыровяльне мяса. Сегодня мы занимаемся реставрацией СССРовского кресла, а завтра мы опять будем производить мебель и продавать ее в гостинице. Друзья, и что же объединяет все эти бизнес-идеи? Все правильно, их объединяет сбыт. Если вы не сможете найти сбыт, то у вас не будет прибыли ни на одной из этих бизнес-идей. И как раз таки для того, чтобы у вас был гарантированный сбыт, я вам сегодня хочу рассказать о Beeline продвижении. В рамках этого сервиса есть технологичный инструмент — таргетированный SMS. Это не просто SMS-рассылки, а полноценный технологический инструмент с гибкими настройками таргетирования, статистикой и аналитикой. Все это собрано в едином удобном интерфейсе. Минимальных бюджетов, как у рекламных агентств, нет. Вы сами пополняете кошелек и запускаете кампанию за 1-2 дня. И даже если вы где-то не разберетесь, вам обязательно поможет специалист платформы. Без ограничений по бюджету. Запуск рекламной кампании за 1-2 дня. Более 200 параметров аудитории, которые можно настроить для поиска нужных клиентов. Аналитика в реальном времени. Привлекайте новых клиентов с Beeline продвижения. А по промокоду SILVER10 до конца мая действует скидка. Ссылка в описании. Dressed in all black and we cozy. Can't say you love, you gotta show me. I ain't with my guys, then I'm dolly. Hey, ain't no vibe like this, they don't rock like this. And you know we don't miss a swish. They don't catch my drift, tell them I ain't they biz. They'll catch my gist, bitch. Ain't no vibe like this, don't rock like this. And you know we don't miss a swish. They don't catch my drift, tell them I ain't they biz. They'll catch my gist, bitch. I'm in a cut with my homies, I'm in a cut with my homies. Show no love to the police, show no love to the phonies. No love, no love. She wanna come to my homies, she wanna ride like a pony. Better pay up if you owe me, don't come around like you know me. Yeah, yeah. Man's them moving too shaky, acting sus for no reason. Still do the dash like Stacy with a city girl, it's that season. She wanna ride this all-wheel drive, you don't gotta put no key in. We on the rise like emoji eyes, you know that they be praying. Stashing the guap, setting up shop. I got a plan, is you ready or not? Puffing this plant, rising my stock, force on my hand, they moving wide. Don't gotta scam, don't gotta hop. I turn styles, screw it and chop. Shout out big bro, he call me Ock. Keeping it safe, we got it on lock. This is a whole mood like O2. I told Missy to work it. She got that soul food, I'm so full. She get busy for certain. This is a whole mood like O2. I told Missy to work it. She got that soul food, I'm so full. She get busy for certain. Вот такой вот дизайн интерьера мы сотворили своими руками. Времени ушло у нас меньше одного рабочего дня, меньше 8 часов, чистых, наверное, 4-5 часов. По материалам, как я и сказал, 500 рублей кресло мы купили и 1000 рублей максимум с маслом, с поролоном, с тканью, с болтиками, с шурупчиками, со спанбондом. Если все мерить в тех кусках, которые сюда ушло, то это 1000 рублей. Себестоимость этого изделия, вот в таком виде, как оно сейчас есть, 1500 рублей. Друзья, ну и по сути это вам на оценку. Как вы думаете, за сколько удастся реализовать такое кресло, соответственно, какую сумму удастся на нем заработать? Я, как обычно, со всеми с вами прощаюсь. Крепкого сибирского. Всем пока.